Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Лучших выпускников туркменских вузов будут направлять на работу в город Аркадак. В Туркменистане пройдет конкурс инновационных проектов «Цифровое решение 2023». Генсек Цюрксой прибудет в Туркменистан для участия в международном форуме и другие новости. Выпускников, успешно окончивших вузы Туркменистана, будут направлять на работу в умный город Аркадак. Соответствующее постановление подписал в пятницу президент Сердар Бердымухамедов. Документ принят в целях качественного выполнения задач, поставленных перед учреждениями, организациями и предприятиями города Аркадак. Очередной конкурс инновационных проектов «Цифровое решение 2023» пройдет в Туркменистане. О его подготовке доложил в пятницу на заседании правительства генеральный директор агентства транспорта и коммуникации при кабинете министров Мамедхан Чакыев. Цель данного конкурса – выявление и поощрение молодых людей, занимающихся составлением программного обеспечения и инновационными разработками. Итоги конкурса по традиции будут подведены в конце года. В Туркменистане состоится международная научная конференция «Эра возрождения новой эпохи могущественного государства» и Махтумкули Фраги. В форуме примет участие генеральный секретарь Цюрксой, а также ученые и профильные специалисты из Азербайджана, Турции, Китая, Индии, Узбекистана и других государств. В Ашхабаде состоялся фестиваль «Бахши», объединивший представителей этого искусства из всех уголков Туркменистана. Мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, организовано Управлением нематериального культурного наследия Министерства культуры и приурочено к проходящей в туркменской столице Неделе культуры 2023. Агентство «USAID» совместно с учебным центром хозяйственного общества «Акылы Хызмат» объявили о приеме заявок для участия в программе «Tech Youth Bootcamp» в Марыйском вилаяте. Обучение по программе будет проходить в здании учебного центра хозяйственного общества «Акылы Хызмат» по адресу город Марый, улица Ага Ханджаева, 15А. В рамках программы будут организованы и проведены бесплатные 6-месячные курсы в сфере IT. В программе могут принять участие граждане Туркменистана в возрасте от 18 до 25 лет. BBC запустит в эфир 23-минутную телепередачу, посвященную туристическому потенциалу Узбекистана. Телезрители по всему миру смогут ознакомиться с историческими и природными памятниками Узбекистана и туристическими возможностями, которые эта страна готова предоставить иностранным гостям. Выпуск телепередачи «The Travel Show», посвященный Узбекистану, будет показан 4 раза в течение 4 месяцев. Таким образом, трансляция сможет охватить 450-миллионную аудиторию в более чем 200 странах мира. Ежегодно в городах Канады сотрудники парков отлавливают диких гусей, которые оккупируют парковые зоны в поисках пищи. Дикие гуси массово слетаются в места отдыха горожан. Их привлекают свежая трава и близость воды. Пометы, гусиные перья обильно покрывают лужайки парков, где любят проводить свое свободное время горожане. Облюбованные ими места дикие птицы защищают довольно агрессивно. Кроме того, ученые опасаются, что в гусином помете могут оказаться опасные для человека вирусы и бактерии. В Киргизстане продолжается Кубок наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации среди мужских команд. Борьбу за медали турнира ведут 7 команд – Киргизстан, Непал, Монголия, Туркменистан, Узбекистан, Иран и Киргизстан-2. В 4-м туре сборная Туркменистана обыграла Непал со счетом 3-1. В заключительных турах туркменские волейболисты встретятся с соперниками из Узбекистана и Ирана. Узбекистан станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футзалу, запланированного на 2024 год. Матчи финальной стадии, в которой примут участие 24 команды, пройдут с 14 сентября по 6 октября. Действующим чемпионом мира по футзалу является сборная Португалии. Испанский полузащитник Серхио Бускетс перешел в американский Интер Майами. 34-летний Бускетс на протяжении всей карьеры выступал за испанскую Барселону. В составе клуба полузащитник 9 раз становился чемпионом Испании, 3 раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. По 7 раз Кубок и Суперкубок Испании. В составе сборной Испании Бускетс стал чемпионом мира 2010 года и Европы 2012 года. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.